дорогой раб, а вот в десятке, что такое Малхут? Малхут зе машана. Малхут – это то, что мы должны построить. Ше эн давар казе. То есть нет такого. Мы должны соединиться до такой степени, чтобы почувствовать в общем сумму, итог наших усилий по объединению со всеми желаниями, которые против этого, и со всеми намерениями, которые за это, и это все будет Малхут. Так и потом исправляется вот это общее как бы желание, которое мы должны построить, на него делается сокращение, отраженный свет. Кен. Да. Кен. Да. А сокращение на что? На Творца, на высший свет? То есть что мы в это общее желание не получаем? Просто как бы для себя, для Творца? Мы не делаем сокращение на свет, мы делаем сокращение на желание. Мы играем с нашим желанием для того, чтобы с его помощью играть со светом. Ну, то есть желание к свету имеется в виду, к свету Творца. На него делается сокращение вот в этом общем желании в десятке? Ну, на гечикен. Ну, допустим, да. Да. Мозг... А как это вот, можно такое действие проделать вместе в десятке? Ты нас льет от пытаетесь быть еще больше, еще ближе друг к другу. Вы понимаете, что находится перед вами, и вы должны это преодолеть. И увидите, что там, когда вы понимаете друг друга, согласны на действие и на цель, тогда вы делаете это, умеете делать, умеете попросить Творца, чтобы он сделал.